Здравствуйте! Вы попали на кулинарный канал доктора Скачко. На консультациях мне часто задают вопрос, как легко и просто укрепить иммунитет зимой или в холодное время года, как избавиться от зимней, весенней, осенней депрессии, как улучшить работу пищеварительной системы, и часто эти вопросы дают в сочетании с тем, как использовать киви. Достаточно доступная ягода, которую можно использовать правильно и достичь те цели, которые я обозначил. И часто интересуются, как же использовать киви правильно. Как кушать киви очищенный, либо кушать киви с кожурой. В этом видео я проведу заочное соревнование между этими двумя киви, а вы примете то решение, которое примете. Итак, что полезнее для здоровья? Что принесет вам больше пользы? Киви очищенный или, если есть, киви с кожурой? Теоретически, кожура содержит свои биологически активные вещества. И когда вы очищаете кожуру, вы их потеряете. И в этом смысле в соревновании между двумя киви на первом этапе первый балл получает, если вы будете есть киви с кожурой. Но кожура киви имеет свою оригинальную плотность. Если даже это не мохнатый киви, а просто киви без волосков, то, наверное, все-таки вкушать мягкую, сочную мякоть киви будет несколько приятнее, значительно приятнее, чем жесткую кожуру киви, если вы будете его кушать неочищенным. И здесь свой заслуженный балл, я думаю, получает очищенный киви. Но мякоть киви имеет кислый вкус, а кожура дополняет своим горьким вкусом. Горечи, попадая в пищеварительную систему, дополнительно усиливают секрецию желудочного сока. И в этом случае часть людей получат плюс, получат бонус от употребления, если будете кушать киви с кожицей. Но если вам это будет приятно. Если такая подмена на более горький фрукт, более горькую ягоду вам приемлемо, получает балл киви с кожурой. Если неприемлемо, получает свой балл киви очищенный, без кожуры. И в данном случае ничья 2-2. Кто же победит? Вам интересно? Ну так смотрите это видео дальше. Можете уже поставить лайк. Вы понимаете, насколько интересно разобраться в вопросе, что же больше пользы принесет для здоровья. Если рассмотреть киви, то вот его поверхность достаточно интересна. Если вы не контролируете полностью весь процесс выращивания киви от цветения до появления у вас на кухне, то на вот этой сложной поверхности может находиться произвольный набор возбудителей бактериальных, вирусных, грибковых инфекций, а также глистных и паразитарных инвазий. И в этом случае, если есть киви с кожицей, с кожурой, то я думаю, что у вас может появиться неприятные события в вашей жизни. Можно заболеть. Ведь вы же не знаете, производитель отвечает за содержание, но он не отвечает за все руки, которые могли выбирать киви до вас и почему-то оставили его, не купив. Вы счастливый обладатель именно этого киви, и вы не знаете, что находится на поверхности. Поэтому в данном случае по содержанию активных веществ киви с кожурой явно отстает. Свой балл получает киви с мякотью. Но только в том случае, если вы знаете, как правильно очистить киви, как правильно очистить, снять эту кожицу. Многие используют разные средства. Щетки, наждачку, используют нож, используют картофелечистки. Я бы советовал вам правильно использовать киви, а именно разрезать ножом, а далее взять просто ложку и выбрать сочную мякоть, в которой находятся полезные вещества, а все опасности находятся на поверхности. Они не могут попасть в ваш организм и вызвать любое заболевание. Поэтому только правильно подготовленный киви может принести вам здоровье, а киви с кожурой это кот в мешке. Это черный ящик Пандоры, который можно открыть в любой момент. И любые возбудители любых инфекций, либо глистных паразитарных инвазий могут начать развиваться в вашем организме. И все полезные вещества, которые вы получили, дополнительно употребляя кожуру, будет ничто по сравнению с тем, сколько съедят эти, ну, скажем так, не самые простые ваши теперь спутники. Лечение может потребовать значительно больше денег, чтобы вылечить. Поэтому
Я бы советовал, конечно, выбор вы сделаете свой, но я бы все-таки советовал вам есть киви не с кожурой, а все-таки есть киви очищенный, правильно очищенный по методу диетолога Скачко. Как правильно очистить киви, я уже на своем видеоканале такое видео написал. Там вы узнаете и как правильно выбрать киви, и как правильно очистить, и как правильно использовать, в зависимости от индивидуального уровня вашего здоровья. Здесь эту информацию повторять не буду. Ссылочку на это видео вы наверняка уже видите. Переходите на то видео и получайте удовольствие от киви, но в случае, если вы его правильно используете для своего здоровья, по методу диетолога Скачко. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычными подписчиком моих каналов словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. А пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео, я думаю, что на это видео уже можно поставить лайк, возможно, сделать репост, чтобы ваши друзья, знакомые, родственники тоже знали, как правильно укрепить иммунитет в холодную пору года, как вылечить депрессию, как улучшить работу пищеварительной системы без риска заболеть произвольным набором из возбудителей бактериальных, вирусных, грибковых инфекций, а также глистных и паразитарных инвазий. До новых встреч на моих видеоканалах «Доктор Скачко» и «Школа доктора Скачко» — это YouTube, а также «Школа доктора Скачко» в Instagram. Не забывайте искать кулинарный канал диетолога Скачко. Там много полезных видео, как использовать и другие продукты питания, напитки, блюда, правильно их готовить, чтобы вы получали больше пользы и меньше рисковали своей жизнью. До новых встреч на моих видеоканалах и крепкого вам здоровья, разумного к нему отношения.